С наступлением летнего сезона возобновились строительные работы и благоустройство городских территорий. Заботясь о самых маленьких жителях, уже через пару месяцев в Даугавпилсе появится несколько новых современных детских игровых площадок. Оборудование новой детской площадки уже началось в районе жилых домов по улице Земелю 8, Андрея Пумпура 150 и Ужелдас 5. Проектное решение предусматривает создание безопасной и современной игровой площадки на небольшом участке муниципальной земли площадью 143 квадратных метра. К сожалению, эта территория со всех сторон граничит с частной собственностью, которую не разрешается использовать для оборудования дорожек и благоустройства прилегающей территории. Оборудование площадки планируют завершить в течение ближайших недель. Более масштабные работы предстоят рядом с домом по улице Отра Прэчу 17. На участке в 400 квадратных метров создадут новую многофункциональную детскую игровую площадку с качелями, каруселями, спортивными снарядами, балансировочной тропой и песочницей. Будут оборудованы также новые пешеходные дорожки, установлены скамейки и мусорные урны, посажены новые кусты и деревья. Автостоянка будет огорожена забором. Запланирована также установка информационного стенда с примерами спортивных упражнений для улучшения здоровья. Возобновились и начатые в прошлом году работы в сквере Зелинского. На данный момент уже завершен демонтаж старого оборудования и начинается строительство пешеходных дорожек. Также здесь будет установлено новое освещение и построена современная детская игровая площадка с песочницами, каруселями, качелями, горками, игровым комплексом с канатной дорогой и пирамидой. В зоне активного отдыха установят уличный настольный теннис и оборудуют площадку для стритбола. Отдельно оборудуют также зеленую зону со скамейками. Жители микрорайона смогут отдыхать здесь уже этим летом. Также в этом году планируется начать проектирование игровой площадки во дворе домов по улице Лачплэша, Вестура и Монтас. Ранее по просьбе жителей здесь уже снесли старую хозпостройку, а теперь, продолжая благоустройство двора, подыскиваются варианты, как решить проблему с освещением и установить качели на принадлежащем самоуправлении участке. К сожалению, самоуправление не вправе оборудовать игровые площадки на непринадлежащих ему земельных участках, поэтому жители многоквартирных домов, которые хотят установить такое оборудование в своих дворах, территория которых является собственностью квартировладельцев, а не муниципалитета, могут обращаться в управляющую организацию и претендовать на софинансирование Думы для проведения этих работ. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.